Когда в далеком прошлом я учился в медицинском институте, мне очень трудно было принять решение, какую же специализацию выбрать. Я разрывался между хирургией и психиатрией. Видимо, мне всегда нравилось копаться или в теле человека, или в его сознании. Но жизнь, как правило, вносит свои коррективы в наши планы. И на сегодняшний день меня интересует суггестивная терапия психосоматических заболеваний. Если сказать по-простому, так, чтобы всем было понятно, женщины создают вам психологические проблемы. А я эти проблемы своими словами убираю. Я думаю, что это богоугодное дело и, надеюсь, у меня получается. Потому что, по моему мнению, ни у одного человека, в том числе и у женщины, нет права мучить другого человека.